Добрый день! Все мы любим объемные узоры. Сегодня я вам расскажу и покажу про книгу «Библия объемных узоров». С вами Ирина Невзорова, вы на моем канале «Школа вязания». И посмотрите, что я для вас сегодня приготовила. У нас новая рубрика «Разбор книги». Расскажу вам, какими книгами я вдохновляюсь, почему я ими вдохновляюсь и что в них интересного. Эту книжку я нашла в нашем магазине, по-моему, «Читай город», «Библия объемных узоров». Так как я на своих каналах, везде, в Инстаграме, ВКонтакте выставляю схемы, мне было очень интересно посмотреть в эту книжку. Она с плотной обложкой, мне что очень понравилось, удобно хранить, и меня пленила вот эта расцветка. Честно говоря, вот эти объемные узоры, расцветка, это прям мое. Мне очень нравятся эти цвета, и они мне симпатизируют. Дальше здесь идет содержание, краткая аннотация и полезные страницы, как смотреть книгу, как читать, как пользоваться. И дальше идет по главам. Посмотрите, какие классные иллюстрации. Они действительно меня вдохновляют. Первое – это подготовка к работе, да, то есть вы можете спокойно открыть книжечку, увидеть, что вам нужно, какие толщина нити должна быть. Распространенные символы здесь есть. Как это все в схеме смотрится. Вот условное обозначение. Мне это тоже прям рекомендую новичкам-новичкам. Если вам нравятся бумажные книги, техника выполнения пошагово, по фотографиям, да? И дальше, что мне еще понравилось здесь, пробуйте сами иллюстрации. Цветовая палитра, шишечки объемные. Я это все очень люблю. И периодически заглядываю в эту книгу не чтобы поучиться, а чтобы вдохновиться. Вот, здесь прямо расчерчено, сколько рядов, сколько петель на 10 сантиметров, как завершать работу, как придать ей форму. Все тоже есть в этой интересной книжице. И дальше даже есть соединения, посмотрите, интересные. Дальше техники. Опять же, вот эта красивая фотография, да, которая меня вдохновляет. И здесь техники. Это элементы, которые есть на нашем YouTube-канале. Вы можете посмотреть, если вам не нравятся, например, пошаговые фото, да, или вам лучше видео. Вы можете посмотреть их на нашем YouTube-канале. Все вот эти вот элементы, они есть. И для меня, чем важна эта книжка, это идеи. Это идеи и вдохновение от самого цвета. Еще мне здесь нравится то, что каждому элементу, который дается в этой книжке, есть схема. Также есть описание. Это для тех, кто любит по описанию вязать. Я не люблю вязать по описанию, наверное, поэтому я не вяжу игрушки. Вот. Но схемы мне достаточно, чтобы понять, что вот из нее получится вот такой узор. Это очень здорово, что здесь все предоставлено. И еще условное обозначение, да, чтобы вы не запутались. Для новичков прямо супер книженцы. Посмотрите. Интересно очень полистать, посмотреть вот эти все узорчики и новые какие-то элементы. Мой любимый попкорн, да, из которого мы вяжем бактус с этими элементами, да, и так далее. Вот тоже тут. Но это еще не все. Еще один важный плюс этой книжки в конце. Здесь есть изделия. Страница называется «Проекты». Вот, и здесь есть небольшие изделия. Коврик из пышных ягодок и мячиков. По петельное описание, по ряду, да, что вам понадобится, все есть. Это, ну, полноценное описание. По петельное и схема. Важно, и есть схема, благодаря которой вы можете связать запросто этот коврик. Вот, кроме коврика, здесь еще есть подушка-валик. Такая интересная. Еще сумка. Вот такую можно связать. И опять же схема.
То есть здесь прям полет фантазий, и воротничок вот здесь вот такой есть, ну да, и схема, и описание, и условное обозначение, все-все есть в книжке. Книжка просто замечательная. Для новичков я советую ее, если вы любите бумажные книги, трогать, смотреть, вдохновляться, учиться, то прям самое оно. А для тех, кто уже умеет вязать, да, это просто книга как для большого вдохновения. Меня это очень вдохновляет. Можно просто открыть вот эту страничку и придумать что-нибудь очень-очень интересное. Вот такой вот обзор моей книги. Она называется «Библия объемных узоров». Крафт Клуб. Автор Линди Зубери. Вот. И стоит она, я ее купила за 583 рубля. Но это в наших магазинах, не знаю, как у вас она будет стоить. И я ее покупала не в интернет-магазине. Вот такая книжечка. Очень вас прошу, есть к вам одна большая просьба. Напишите в комментариях, как вам такая идея разбора книжек. Оценили вы, пользуетесь, вообще читаете ли вы, смотрите ли такие книжки, нравится ли вам, как мне, полистать бумажный экземпляр, и нужно ли делать такой разбор. У меня на самом деле стоит большая полка с книжками о вязании, не только узоры, но и самоучители, и много всего интересного. И если вам нравится, напишите в комментариях, что хочу продолжение, и мы введем с вами эту новую рубрику на постоянное наше оформление. Вот. И с вами была Ирина Невзорова. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых уроках. Всем легких петелек, пока-пока!